С вами снова Денис Кочерга, Казуку Фэмили, и мы начинаем вторую часть Гарри Поттера и Тайная комната. Приятного просмотра. Гарри Поттер жил в доме номер 4 на Тиссовой улице. Его единственными родственниками были дядя и тетя Дурсли. Они ненавидели мальчика и часто сажали его под замок. И он ничего не мог поделать. Ведь малолетним волшебникам разрешалось колдовать только на территории школы. Однажды вечером в запертой комнате Гарри появился домовой по имени Добби. Гарри Поттеру нельзя возвращаться в Хогвартс. В Хогвартсе Гарри Поттеру грозит страшная опасность. Вскоре домовой исчез, а некоторое время спустя за Гарри приехали его друзья Уизли на летающем автомобиле «Форд Англия». Забрав Гарри, они привезли его к себе домой, где он и провел оставшиеся летние деньки. В конце августа, перед самым началом занятий, Гарри вместе с друзьями отправился в косой переулок за учебниками. Гарри встретился с сестрой Рона Джинни Уизли, и они вместе отправились в книжную лавку Флоуриша и Блоттс. Там раздавал автографы знаменитый писатель Златопуст Локонс. «Не может быть! Неужели это сам Гарри Поттер? Да-да, это он!» «Леди и джентльмены, позвольте обратиться к вам с одним маленьким заявлением. Имею честь сообщить вам, что меня пригласили преподавать защиту от темных искусств в школе Хогвартс». Знаменитый Гарри Поттер не успел войти в книжную лавку и тут же попал на первую страницу пророка. Не приставай к нему. Гарри этого совсем не хотел. Я вижу, Поттер завел себе подружку. Думаю, после таких покупок твоим родителям придется голодать как минимум месяц. Что ж, придется помочь нуждающимся. Гарри, мы опоздали на поезд. Экспресс ушел 5 минут назад. Какой кошмар! И что же нам делать? Слушай, я, кажется, знаю, где стоит папин фордик. Улица Черинг-Кросс-Роуд. Отлично. Мы можем успеть в школу вовремя. Да, сократили все, в отличие от PS1 версии, вообще. Убедившись, что за ними никто не следит, Гарри и Рон угнали старенький форд мистера Артура Уизли. Теперь нам надо бояться только самолетов. Эй, ничего не видно! Он был совсем рядом. Кажется, почти на месте. Ой, кажется, двигатель глохнет. Ну уже, фордик, еще чуть-чуть. Да. Тормози! Стой! Стой! Сократили жестко, вообще, одним роликом просто все события. А на PS1 это было гораздо интереснее. Рон, ты где? Можете потом посмотреть. Сюда, Гарри! Меня поймала гремучая ива! Спокойно, Рон! Сейчас я тебе помогу, держись! Я не могу ничего сделать! Быстрее, Гарри! О, как. Так, и чё, мы ничего не можем сделать пока что, да? Ну, с этой стороны точно нифига ничего. Ага. Проверим. Такс.
Я умею открывать сундуки заклинанием Алахамура. Ну давай. Чтобы применить заклинание, нажми и удерживай левую кнопку мыши. Джойстик надо настраивать, серьезно? Я думал, джойстик можно настроить, нифига, да? Он только ходит. Капец. Ну ладно. Чтобы перелезть через невысокую преграду, достаточно воздействовать люмусом и продолжить движение вперед. Да, графика стала приятнее намного. Так. Это книга сохранения. Если Гарри коснется ее, игра будет сохранена. Если в дальнейшем твой герой останется без сил и потеряет сознание, он придет в себя рядом с этой книгой. О, как. Больше нельзя, да? Оки-доки. Кажется, этот сундук стоит подтолкнуть заклинанием Флипендо. Не туда поехали, ребята. Такс. А это что за пролом? Алахамора. Заклинанием Алахамора можно открывать магические замки, например, на сундуках и секретных дверях. Круто. Алахамора. Шоколадная лягушка. Шоколадушки подкрепляют силы твоего героя. Кроме того, они очень вкусные. Так. Алахамора. Ну да, а дальше чё? Отлично, Гарри. А теперь ударь заклинанием Флипендо по этой ветке. Кажется, вот здесь у нее чувствительное место. А на PS1 была битва с боссом. Флипендо! С этим. Спасибо, Гарри. 100 раз спасибо. Но... Прыгай. Как разозлится папа, когда узнает, что я потерял его фордик. Теперь пошли, и побыстрее. Если нас застукает Снег, нам не сдобровать. Заклинание Люмос не только светит, но и делает видимыми все предметы, спрятанные с помощью магии. Кручу-верчу. Повернуть хочу. Люмос! А-а-а. Круто. Такс. Чтобы прыгнуть, подбеги к краю и нажми правую кнопку мыши. А до этого я не прыгал. Попробуй собрать все конфетки, разбросанные по карнизам. А-а-а, какой выпендрёжник. Это конфетки Драже Берти Ботс. Нужно собрать их как можно больше. Они пригодятся мне в школе. А мы сейчас не в школе, да? Видишь эту плиту? Толкни ее заклинанием Флипендо, и ты сможешь забраться на нее. Флипендо! Флипендо! Но? Погнали? Такс. Так.
Так. И... Опа. Это бронзовая волшебная карточка. В разных уголках Хогвартса спрятано 50 таких карточек. Сможешь найти их все? Кстати, за каждые 10 найденных карточек выносливость твоего героя немного повышается. Чтобы открыть альбом и полюбоваться на уже найденные карточки, нажми клавишу Escape. Понятно, понятно. Так. Ого. По две? Ну ладно. Круто. Круто, круто. Ага. О, красиво. Однако. Дождь кончился. Нас, конечно, исключат, но хоть домой поедем сухими. Идем! Нам нужно поскорее вернуться в школу. Так, а внизу что-нибудь есть? С этой стороны или с той стороны, не? Ух ты, какие звезды! Так, подожди, Рон. Я пойду копать гидрон. Оу! Да тут прилично накопилось. Надеюсь, Рон не заблудился? Да подожди ты с Роном, срака. Просто, блин, однако надо собрать что-то. Рон заблудился. Конечно. Рончик. Я не пойду сейчас в школу. Я сундук хочу собрать. И не только сундук. Давай, Гарри. Все? А тут что? Кручу, верчу, магию потворить не могу, да? Ну ладно. Так. Агачпава. А что тут, а? Так, подожди. Тут я тоже ничего не могу собрать, да? Как же здесь здорово ночью, особенно когда нет дождя. Да ты романтик, блядь. Воу. Воу. Нифига себе, нашел я себе конфетики, манфетики, сундучки. Так, так. Не, сломать не могу. Могу только посмотреть. Ладно. Понятно, пока мы типа такие... Что это такое? What the fuck? А, это часики, хуясики. Нихуя себе. Круто. Круто, круто. Опять хуйня. Я сюда не пойду. Воу. Ты просто не можешь скастовать, да? Пам-пам-пам. Все? Ладно, эти места надо запомнить. Миу, миу, миу. Так, ладно. О, подожди, а главная статуя может что-то наколдовать? Дракон. Дракон! Ё-моё, а я не знал. Еще можешь? А еще? Не? Все? Заглушка стоит. 56. Ну да ладно, хоть 56. Хоть 56. О. Ты что забыл? Иди направо и попадешь в спальню. К девочкам? Я бы к девочкам в спальню бы пошел.
О, да, та самая музыка. Да, игрушка стала намного интересней. И красивее, естественно, скажу-ка я вам. О, Мухаммед Али. Привет, братан. Так. Ага. Подожди, Рон. Я хочу полазить. Здесь проводится награждение лучших факультетов. А-а-а. Так, ладно, сюда не надо. Так. Так, так, так. Опа. Аллахамора, Уллахамора. Оу. Оу-оу. Бам-б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 ам. Все. Собираем мы вкусняшки. Опа. Показалось. Ну, я имел в виду. Да ты страшна, однако. Я имею в виду вот это кое-что показалось. Я думаю, вы понимаете, мужской орган. Так. Закрытики. Стоп, мне показалось или где-то что-то слышится? Чё, ничего? Сколдовать не могу. Карточка? Да я крут. Так. Ой. Рон, простите, я вас обойду, может еще что-то. Ну блин, реально показалось. Серьезно. Похоже на мужской орган. Два яйца посредине кольца. Ладно, так. А это пердёж, видимо. Какие-то знаки такие, так себе. Пам-пам-парамба. О! Я забыл их сломать. Надо все исследовать. Ку... Куда укатилась? Ко мне пошла. Так. Что тут? Стрелочка вперед означает тупиков. Тупик, короче, означает стрелочка. Так. А чё? Паук теперь все забрал себе? Вот фак. Гарри, нашу спальню наверху. Да ладно. Серьезно. Чё, будем играть? О! Наконец-то. Вот он, портрет толстой дамы. Говори пароль и пошли спать. Говори? Я думал, ты знаешь пароль. А я думал, ты знаешь. Откуда? Мы же все время были вместе. Верно. А я, кажется, знаю, кого можно спросить. Здравствуйте. Привет. Ты как раз вовремя. Я слышала, вас исключили за то, что вы разбили какой-то летающий автомобиль. Извини, Гермиона, но мы очень устали. Просто скажи пароль, и все, ладно? Индюк. Гарри, рада видеть тебя. Вот вы где. А здорово у вас получилось с фордиком. Мне бы так. Кстати, мама в ярости. Мы тут создали хогвартскую торговую сеть. Вместо денег в этой сети используются конфетки Драже, Берти, Ботс. Кроме нас с Фредом в ней участвуют еще несколько ребят из Хогвартса.
Время от времени у нас появляются разные интересные штуки, которые мы обмениваем на конфетки. Подходите, не пожалеете. А где нам взять эти самые конфетки? Да где угодно, их можно найти по всему Хогвартсу. За несколько минут вы сможете собрать достаточно, чтобы начать торговлю. Уверен, вам понравится иметь с нами дело. Ну да, это точно. Но... Друзья гриффиндорцы встретили Гарри и Рона аплодисментами. Они уже слышали историю про летающий форт и гремучую иву. Усталый Гарри лег в постель, не раздеваясь, и проспал до самого утра. Гарри, доброе утро! У нас сейчас будет защита от темных искусств. Ее теперь ведет профессор Локонс. Он просто чудо, правда? Я обожаю его книги. Ха-ха. Кабинет защиты от темных искусств на третьем этаже. Идем. Да, влюбилась Гермионка. Так. А я хочу пока что глянуть комнатку. За этой дверью гостиная нашего факультета. Здравствуй, Гарри Поттер. Ты ведь идешь в гостиную, не так ли? Давай, давай, я хочу конфетки глянуть, сколько стоят. Так. Ага, сохранялка, что ли? О! Поворот. А это кто? Это куда ведет? Чё это за... Чё? Чувак, как ты тут прошел? Ты дверь открыл, что ли? Офигеть. Мне бы так. Мне бы так. Ты разговариваешь? Привет, Гарри. А, ну ладно. Так. Серьезно, и все? Кошмар. Ладно. Так. Так, 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 так. Что еще у нас тут? Что-то новое открылось? Угу. Опа-на! Какие люди! Это ж та кошка. Мяу-мяу! Кошка Чак Норриса! Ты посмотри, какая! Здорово. Кошка-похуистка. Да, ладно. Не будем трогать кисок. Тупик. Извиняюсь. Да ладно, я поговорить. Приветик. Миньетик. Приветик, миньетик. Ох-хи-хи-хи. Да-да-да, махай дальше. Я просто погулять. Ни хрена ты крутой. Ой, извини. Оказывается, я уже все распродал. А, понятно. Сожрал, распродал. Это кто? Привет. На данный момент ничего. Приходи, когда будет следующая партия товара. Ты что, там торчки-наркоманы, что ли? Берти босс, берти босс. Так, ну мы тут были. Зачем нам второй раз тут, скажи? Ну да. Да. Та-ра-та-та-та-та-ра-та. Серьезно? Второй раз? Класс. Бам-бам. О-о-о-о! Эпик фол. Что ты охраняешь, киса? Пиписа. Ну да, гуляют свободно, как хотят. Тра-т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 а. Скользим, скользим. Что? Серьезно? Оу.
Нифига себе, новый вход открылся. А вот это круто. Вау, зал. Это большой зал. В нем проводятся дуэли и важные церемонии. Крутяк, 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 крутяк. Давай. И все? Ну и ладно. О, трон. Так, а где Джордж и Фред, чтоб продать им мне, как... Как продать конфетки? Конфетки как продать? Господи, у меня истерика. Так. Истерика, что конфетки я не могу нормально продать. Чувак, подожди, может ты бешено прыгаешь? Привет. Привет. Иди сюда. Да, давай ты. Прошу прощения. Да ладно, бегаешь просто, прошу прощения. Извини, я занят. Да, бегай дальше. Прыгай, бегай, Соник. Мистер Слоник, Соник. Так. Уиу, я скользю, я уиу. Что дальше делать? Тык. Так. А ты можешь продать, нет? Прошу прощения, но весь товар вышел. Приходи попозже. Куда вышел? Погулять? Блин, ну ладно. Заставляют двигаться по сюжету. Стоп. А может они возле костра или где? Там открыта заново дверца. Так, сейчас глянем. Так. Так, колдовать нельзя. Опять сохранение. Оно нам ничего не даст. Блин. И дверь закрыта. Ну ладно, в другой раз, наверное. Печаль. Тоска. Давай. Пиляем. Такс. Ладно, идем куда надо. А надо нам куда? Сюда. Погнали. Да, тогда. О, картинная галерея. Гарри, кабинет защиты от темных искусств наверху. Быстрее, Гарри. Там же будет сам Локонс. А что внизу? Опа-на, сколько торговцев. Привет. Как насчет покупок? Ну давай. А что у тебя есть? Слизь книжных червей. Покупай, ее очень мало. Чтобы совершить покупку, выбери «да». А чтобы отказаться, нет. И что она даст? Спасибо за покупку. Странно. Прошу прощения, но весь товар вышел. Приходи попозже. Ой, извини. Оказывается, я уже все распродал. Ладно, дорогие друзья, с вами был Денис Кочерга, мы остановимся тут, а в следующей серии мы дойдем до... по этим лестничкам. Так что, с вами был Казука Фэмили, ставьте лайки, приглашайте друзей, и до новых встреч. Удачки, ребятки, до скорого.